Селимоғын ағуғын біргіна сақа сірігер. Қостанор біліңгеті Селимоға соқуын қарағынан бұна ұқаға, онына культураға рәсуалталағы әттік бұхытынан тұттылар. Қарчын орыр бизнес бұхытынан, ұмайық ең күн бүгін статуға соқ, олар әрес сұллаты бігеқа әккеттен 2 миллиард сұлқөбігі тез омалақ Селимоға Қостанор, онына экспортқа бар. Әтінтен республика бюджетігер бір дақы пайқы кербет, барыта Москваға оны қытайға бірделен жан қарманығыр сөңір, сақа херегер салалты Селим оғын коммерческі әбек бұғытынан федеральны соқуынынан білінерге онында мұғы қостоғын батары үрінігін жәнкер оңырору тұрырса. Әтінші миллиардының үптен республика сайдығытығыр тұғды кербеті әге санағытығыр қайдағай. Бірәкшілерді саналағытың ләстергі терің ғырабыд, ағыз 9-14-2-19 сүрбекке 6-12 ден беге WhatsApp-ыт нөмірем. Әтені студияға нөмір бір түрден 2 тұтағыз қауғын сәттен. Үтеке әне күнді бірәкшілерді тұттан санаты бұн бүгін беге бұ Селим оғын қостағыңы қымыңға республика үлтіменігер олар Әйгі бәғат әтелі ханалақ бұл ұқтақ қыттен мен күрәтшілер бір сәребін, оны ұқыттан бігі тек раңғытер көстер түліп өйін өмерігер сібәсті әңгіт, сібәсті тақсанғы тағыстық бігі қатынан бігілер өңірі бұл. Бүйінгі темәбіз Селим оғын құмы юға олар юла. Бұ күнергі ел төмен Селим оғын тұғыны республика құқынығыр олардығыны келдерді, туық олар иданы, бұл ұрыты есқұғына туыққаны, бұ тұғынан бұ етіларға бігігі құры ұта бұлыққа. Оны қаттым бүгін мен студия бар келбеті жеттірі көрсе оғын бағалысты. Керемін. Маңы керемін, құрыққа қалып керемін. Бірді-бірді білігін әттейбін. Антон Иванович Андросов, Саха Республикетін промышленный носка, онны геологияға, Министерствиетін геологияға, онны лицензиялағыңы департаментін салаятчытын салбиятчым. Антон Иванович, өте өкеңден. Валерий Валерьевич Плотников, Саха Республикетін наука академиятын сәлі фаундатын өретегі отделін сүрінер научны өлігеті, геология наукатын кандидаты. Валерий Валерьевич, өте өкеңден. Онны Константин Сергеевич Чугунов, Арктик экспортерілті директоры, сәлі мұхықымиятчылық союзтарын члені. Константин Сергеевич, өте өкеңден. Де оны бүгін бұ бігігі тәрді болын көстек бұт, оны тағаным бігіға себәске Москваттан Госдума депутата Галина Кентевна Данчикова. Күттіғеға сотыр көмен оның көретшілі біт ұйтылақ болақатына тұта білеген ұйтыларғытын бәлемне олар ұқытын сөп. Чабастатан тұран тұғы олар екерерін бігігі бұғарыққа көретшілі бітігер. Бастатан тұран бұғаңа келбет ұқуыңға федеральный ұқуының күтті разныштене ғоғын ұғырды ұт. Федеральный ұқуыңынан добыча ден қында дағын ұқ, бігері ұқуың бұтығар бар, рутру қаттыңның разныштене бар. Ол федеральный разныштене бұл білген әлім оғын қомуятшыларға ұрық ұстықтыра тағаратшы. Например, экспортқа тағараларғар, бігі ұқымбытын ағандар разношение федерального законодательства и регионального болан сұйғаты көйдіңдер, наоборот, қомуятшыларға ұстық пәу болатшы тағараларғар. Онан білген ғамай главный ұлары тұйбыттен приведение в соответствии с федеральным законодательством, онна приведение терминологии в единообразие. Олата бұланы қолуыра, Россия Федерациятын соқуыңығыр қостағын ден соқ, Саха Республикетін соқуыңығыр қостағын ден бар еті? Ғамай сөп. Бұрсуды бөдеді? Ғам, бұрсуды бөдеді қондық. Икі тәгінші 16 халықтан Управление недропользования Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию Российской Федерации, Хаха Херегер, икі тәгінші 16 халықтан соглашениенен бербет полномочиеті. Селим оғын қомы үйтігер лицензия берір. Қостағыныңыр бұл баққа? Қостағыныңыр бұл баққа қомы үйтігер берір. Бүйкін нәққа әтті өстердің әтті лицензия бар, 115 недропользователі әқпыт республика дүнен. Кейінен бұға қомыт отчетнаш форматын келдірер. Ол жы
Селим Охон Хомьячилар отчетность тут тараларгар. Более информативный, широкий, он на ол кенне маркировка дейне келдерих тэхпит. Агайргер. Кем я хочу тур болдыр? Бехеха Министерство промышленности и геологии. Лицензия берячилерге. Чоғына лицензия ұлы, көңілін ұлы, онына кені төхіні құстауытын ағынан еқат жұттың? Конечно, сезон айы кәлін бейеқа тұттарықтақ, ол отчетігер бейеқа қанна, қаған, қайдақ құстауыта, қас объек айы барын, ғұрғыр маңдық журналлақ болалылар. Чоғына білген отчетті абақ қылыр бұл күтті? Әдді бар әді отчетті. Отчет бар әді? Әдді бар әді, только ол атын Белгин беге баратын полностью будем знать хайдах, там, вес, длина, ханныг районга, каган, ханна, каган, хумамлу. Та полностью барата бар болар. Оно баратын таханан, икатенча уанага салдаха, хахайрен Ильдархана, Сергей Николаев, концепция тюрдигим бата, в сфере сбора и экспорта мамонтовой фауны дин. Ол онна беге должны создать прозрачность рынка. Денкер булықтах. Денкер булықтах. Сэр, блигин, бигиги, Ильтумен Туханах, Сискомитетен, Салайчата, Владимир Михайлович Прокопьев, бигиха, Игнеритен Халлер, бета комментарий, бигиха, он кини, кепсенин стих, каунт, кини, кепсенин салгих, побалста. Кини, бахарам, бигиха. Я высоко мотор, бахарам, кунта, то, что пчелат, вот, бо, ну, челот, он не так, добу, что один русок, ладжи, пола, блин, узбор, дембол. То, так, сирбайан, то, ну, кон, костого, ну, кон, левет, кому, юни, кому, люк. Оле им был хомовиден чулкет датов. И кинем был хостован ден тулнан тухананнар хорок орленнага олок сират датан икбеттону ильерен да куханны костуллар. Вот. Онан попутный сбор по хомовиден терминологиялар келерді бит. Ол тюмегер колотамажден ахаганнаген уже атынкамсанна тақсықтарыз. Би федеральный оконы дэн кәтәбит. Табыл нану бұйыл бастықағыға ұлыларын кәтехен ұлғы бұд. Ол ғоқуан ұлылынағына ана алдыр. Ол ата қастық айысқанын. Бейлінен болығына бейі мұғы бұл бұд кеге, бейдер атында тұғы бұл бұд кеге. Соқуан бұғытынан көңілілік бұды құсқығы бұл ікі ұлы ата сенсеге сорылағынан концепцияң ұлылы бұда. Он ярмарочная система есть контроль. Он ярмарка не любой мог бы быть международной тайм-матахсан, а у сонна последний гаок. То есть от того района гаок, кин богатый как-то. Вот чего на доходы к ней хахалар. Беги так, где федеральный комун барлы, он бегал комун барлы из кого на батон нахтар. Улохтак и булла, бо дружка говорит, тогда мы кинем сильными ханаваратки братны. Вот он у нас кирил держит. Кем я кем я хратил его, кем я хратил его, кем я хратил его, кем я хратил его на тахара. То есть буки, был буки, улевал нулелен, а ины бажар тогда был бутбайн доходун, быка копейкани ларет. Бион ух нахта. Он так натон ух чулкай. Спасибо, Владимир Михайлович. Түмікке әттеді құлы бұра, ол күрдік сайынық бұға көліғінің тоған тұрын бұл бұққе олар бұққа айындылар дед. Өтчіғын етеніне тұқ бірәдік керері кене ол аты қостауын қомай бұққе атылыр бір аптыны дұғайдық? Конечно, лицензиялық кеге. Лицензиялық тағы бастадан тұрын лицензия на сбор палеонтологических остатков мамонтовой фауны дейлер. Ол лицензияны беге министерство берер, Саха Республикада министерство берер, промышленность кунна геологияға. Владимир Михайлович Апидин көрдік кетенше онағысылыға қадылды бұд концепциянан беге электронный аукционный дома ғыры бұд. Ол онына бұжы білген елылы бұд маркировка бұд, онына отчетность бұд, онына білген жылылы бұд разнешение федерального закона ғоқ бол бұда, барата бір электронный аукционнан атыланық тақтен. Ол ата, грубо говоря, западный инвесторы керендер, ол площадка керендер көрілдер. Маннық лот бар, ол лотка керендер көрілдер. Усианская улуска, кетенча хиббе бирхаллаха, маннаха муллуват, маннак лицензиялах кехиден. Ол рынага джинкир ограр. Самое главное. Кехинен туран, антах лили хиджар донга бихе посередника хох напрямую атылыр рынок ограр. Он на... Он атылыр кахтахтар да, бихе нер атылыр атылыхтарын сөптан. Бихе нек, он на лохарен эвит. Константин Сергеевич, я хочу сказать, что я не могу 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 сказать, что
отчеты были, на обитель бегают, кайны тянут, а ты лыр, как вот ходить давай. Так, это мы на краток бара, на тяхом бара, вообще, то бы мама могла, какие-то хинчатан тахаки, то усынен, манник, отрасль курдук, урутур куттан бар, вообще, тяхи виски, хуй, сагана даже, хостуллар, тетер, местные джоннеры, договор даганна, реген улилер это, она, бу, тоғын сылар тәнеме улилер, тәрілтелер, лицензиялалар, бу, әпетін күрдік сүйстен тақа тәрілтте бар, эти болары да бой, әпшиналар, біле, табахаттар, тәрілтелері, балықсыттар, оқымиялар. А так маннык отырсыл күрдік кене оборота, то бу, көміске, алмаскен тәңдә тақа олақ кыра болар. Ну, те, бу, тәңдә, этон, 1 миллиард дилер это, да? 1 миллиард, а там фактически все карабола. 1 миллиард катибет. Если бы комиссия какая-то не была, то комиссия Бирхилга Сюзбиан это миллиард. Остонок Бирхилга. Республика та. Был бы миллиард, он лох кара, но не рекальбахи. Какие-то не читают тахаки. Барталухан это местный лох доктор. Потому что, конечно, он ледоготан. Он на то, что я набыл, ты дагаджан, он бир. Виска курдук Булалар булади. Он бар эти лицензия лаллар, он на булбуттарын атылылар. Эрде булан эти 2015 лаха дери кас лицензия, бәйтәм лицензия лах кихи, улхан судургута хо, экспортка лицензиялар эта. То есть мин культураттан көңілілар, он на... Республика гене, Россияду. Манна республикаға Министерство культуры Российской Федерации представителя бар эта. Кене булана Аразу ол тоқ берер, көңіл берер, тағарарға. Онна природнадзортан еме ылаған көңіл, онна спокойна тағаран атылыген кетайға. Оның бұллағын әте, ол бұра статистиканың көрдіғы 2015 жылға хүлбет әріптетіл жарқтан әріптеті. Кетайға тағаран атылыр әріпті. Хәтті 10 тоннаға тие атылан әріпті. Ол бұғығар соңғы хоқтар бар алар әріпті. Олған тәріптелер жарқтан алар әріпті. Дәргасынасты Якутии деген көрдік әріпті. Оны обороты латан испита. Хлтан хл, он тон был на эти бир проблема пьюджен так вот. Именно Министерство культуры, то оптимизация ормантан специалиен ок орбута. Он тон был на она атан специалистер келем баран карюллер олари бута. Бу хорок мус был на особой культурной ценности кирер, кени так хорок так олох Россияттан же. Ана бу кенеке был на улакан оттуни нядир болла. Ана кенгул берелдерегер почти хлангар кетеге кандад. Ону карюллер толку дуллар, конечно, таким декатеген олорон багарбат, улейм бу кеннеке үстет хылыбаға уже экспорт Китайга ден хоқ болды Россияттан вообще. Бары бу чугас союзный государстволарга деха, Белоруссия, Казахстан, курдухиддер гатылылар. Белоруссия, Казахстан, хоконнара карады гатындар, кенлерге худургу хоғыз, кинлер тәрілтелер атластылар дағаны Китайға свободын атылыр кақтақтар. Оны переработкалыр кақтақтар. Отчығына бастан онына тиер. Аха. Казахстанға онына? Онына Белоруссияға. Белоруссия. Отонын олу қайдық болары бейін ол ұнтын бір республика бітер тоғына қалыр дұғы? Этінде бола Россия баша республика. Онына табиғи тәрілтелер біт, конечно, прибыльдерін хөтерәділер. Налог күтшір. Вастадан тұран. Онына тәпекедер әте валютный выручка барта анарат дойдыларға кейрер бұлайды. Хайды анарат түгер баран қалды дейді. Оны бі, бұл қасты ғылыба уже тұрыр сауыт, Министерство культуры Российской Федерации тұқ офсай мұнияқтар ек қаде. Бұл бұғары ны ұлы қанады, бұл мұз түгой. Бұл культурна қайдақ мұз таққарын, қайдақ мұз таққаватын. Потому что бұл уникальный мұзтарден әме балылар. Анар қыналақ уникальный мұзтарден балылар, бұры басабынан көрабет, қайыбыт, оны офсай бұлылағанға дейті үст-төтірі бірғені болар. Оны ұлыған өтті кене сырйо күрдік болуды. Бұл тоғуантын таққа ұнығын ата тұғыдырғы кіра болар. Оны аны үр кейі кәйін қара неге ұмад. Түргенік тұғаран оран тағары қаннады, оны атылық соққыннады. Оның бейтін те тұрарса ғаджауыд білген, ханға ғақон федеральный керерін әмек әтәбет. Но эти хамайоғын хен эти вопросы бухарбаттен, этим баром. Ага. Доктор, эти не то, что хпутера, если бухарбаттенгер, вылер вылер, бухалубра это где уникальный, вон на особой, особо, то, что это
особенность, уникальность, да? Там уникальный день, научный алкоголь. Особый день бар, особая научная. Был сына, был сама поставление, так вот, я был так, что не бить кюнигар, был ГГА. Россия Федерация там правительство. Российская Федерация кино, он на были критерии дербалла, был культурный ханнес, как ханнек, он на мосе работа, конечно, это харты на лар, оружие, машина, но манны тянь, барабан, такие сядер. Ол и не на вуллагана, это то Белигин Давару, федеральный закон возе вывозе деньги, он на вуллагана, был научный сын на ган, тох эксперт Бахарарден. Эксперт был левит, опыт так, но он был очистованный, уполномоченный эксперт Министерства культуры Бахарарден, был культурный сын стах, тох кто он. Но именно эксперт, это ученый, кене вуллаган именно бу селийный юретиге тох данный дарбаларын көрер, бу мозга. Чой данный дарбар булахтана, кене мантан тугар тахары буллагана, ке научный сын стах тэхарюер. Научный сын стах буллагана, бу закон вывоза в возе, кене автоматический культурный сын спалар. Антон научный сын на гаох, мантика тох, интика тох, бумеха, бу наука, тох тулаган бербеттен буллагана, кене ол хоконга хапсыбат, уже не научный буллар, он на тугунан министерство нене барбат. Белигин буллагана, сана бу постановление тахбытынан, он на критерии Тагардлар, критерии отнесения к культурным ценностям, он на критерии отнесения к культурным ценностям особого значения. Ага. То он был лагана, культурная ценность была лагана Тагарика Сёп. Министерство культуры, он на Министерство промышленности Российской Федерации, он на налог Толенер, он на Тахсар. Он там был лагана, особо им был лагана Тахсар Браво Хох. Без обязательства обратного ввоза денег. Это выставка такая концов или какие-то концов. Особый гадин был лагана, был критерий, конечно, на альбома обратно особый гадин для мсюттер. Олиен, блин, мир эксперт, тугун полномочий карты бахамисилер. Бу тугун эксперт бейтин опытно был баха бу куманан бу критерий на который нулелир курдук допустим. Карам бара, конечно, ол бу критерий дар баппаттер, он чу, на меня научный ценностах, был лагана, опять же, культурный был, научный ценностах был лагана. Культурный ценность катнесийская матча. Оно велигин было эти особые дырга, эльбах по критерии кили, допустим, 3 метра лях маман мога уже особой, 3 метра тен ухум было дан. Хотя 3 метра лях мигана вар в средней туга длин надо бу хелим ухун кене. 4 метра был лан, кадигер еккай, 4 метра, например, мэнэ костюбет. Антон, чону ол Россия культура министерства этин нюнгэ ахар боллагана, кене налогтанар дедин, да? Налогтанар. Чону, антохас бірген онны культурный деньгэ хэпті бэхэри? Бухостонор культура например, урод постановление киден и не бу культурна сенастахтен специалист бахар это. Например, хан специалист это хан вот мама это специалист, который бу мозг, допустим, бу мин улевер хептебер бу научный диаметр бар там пульпарный длина глубина это альвеолярная длина это бар лата миха. Тюгер бу бимманды мантан данный лову, но это культурна ценностен. Бу и редкость бота, бу особой бота хтен. Билим була, эти критерии дыргар була гана практически, например, без пример бар була особой, 3 метр тен тахсар була особой, карки фрагмент альвелярная бар була уже особой, этими очо тахсабар, например, бутты барта джанал бутта була гана, допустим. Лихин, этинде, конечно, эксперты дельбе рамка келдерамислер, но тон улари тахсар чугай дингар. Улари тахсихтах, мега наоборот, именно в разумных пределах были джон тугун бу именно бу сферага улилир джон сферага улилир бу маман тугар улилир джон мининетин көрөн оңолдуктак мен. Критерийлери порядоктан белгилер, просто нормативный правовой акт. Уркуна больше сугубо эксперт көрөр караганан ылдар болгону билингенде полностью регламентированный порядок критерий болду. Федеральное правительство болду. Короче, вы как-то гордитесь, но если хорошо, фига то гордую, ты только она. Алло, здравствуй, Дроба. Я он был на авто, то сублахтан, был Дикситтен, Дикси, Ленинградтен, был на первом маршруте Афреда. Он кинул открытый, туда на авто, коммендар, и ледлете. Блин, был на авто, и был на авто, 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 был на
Олон наоборот, олон асгыл аракы олох, мораторий билдерге ханады. Олох кирима тақыман бүтті жен, олох сала айы ханады. Бо ен айтары, туроктан олох, пограничный зоны күрдің орын барын, тоқтатын ке айы ханады. Селим олох хан бағар, үшін бір болуыда болды, олохан. Оны же тоқсы дейді, чуна жонлар. Ондатын, ол су пазираткен хилдер жонлар, баға тағыра кенеге текшер. Олох кыра, мизерге өлі дейді. Сәп, мақтал. Ренкел бекер мақтал, жа, тоқты яғаны күтетінді. Ән Константин Сергеевич, үлі әжір ке? Вообще, бұ үшін айдар әтәлілерінен ұлынайы біле аттайка бар атырарды. Как раз артика... Ирерәхін. Ирерәхін. Ирерәхін барар, оны... Ирери. Ирери. Сүстен... Так, бір ғылға 500 тонна күрдік. Мос. Мос. Атын дағаны ол төбеті туға барта аттай қаланар. Онтон қомиялыра, бұ отчеттарынан көрдіға 6-10 тонна күрдігі, бұлға қомиялы. Онтон қалбыта барта, әті қалғынға күнге... Бәт түргенді қалған 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 қалған. Ага. Науқа дәкен ұлғат ұсловы қаранене ұлғы қалған 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 Так, если же Юкагир мамана, да, хахайтар, носорог, носорогтар, эти наукага лохан открытие лар булади. Оно, если хомунячилар хохтарай таволлар, если эмне хитан калбы пулун хэбэдэ. Во время ки икэйэн бул батахтарай бэдэ булы. Улин, механа бар хэмбир хомьяхан нада. Оно, местной жителлар тагар, местной олорор, олохтахчанлар тагар эффективно хомьяр ки Хем бір хоқ болады. Хем бір кенелер өлелілдер, потому что кенелер тұндыраға оларға осайынан, конечно, ғырақан, камара да бәді, астара өлілері де ғыналақ, бензинлері де хорық-хорықтар. На самом деле, ғыджанлар, өнірік әлбақ кейі арыс-кодын да хаппа. Оны сый ғайдюлер, бары миллионердер көді көрілер. Хорықтар арыс-кодтарын да хаппаттар, кемер табылар. Табаны бұраған? Та, конечно, ондық сыйға болу. Хембір әбеске қатшы күрдік көрі хаджалар ордық болу. Мен әлбақ ондық таба тәрбітелерін білемін. Өлі хаджалар көрдірілі ақтар табалы. Онна ол бұйығар көрбіттерін, бұл бұттерін білдер әлілер, құмиялар, лесензиялы ақтар. Онна сөтеке тәрбітте пүрібілігар хембір әбеске күрдік болар болу. Аны түтігір бұлағына бігі болар егі өсі түгіл тұғылан білеті әдіқ бітіне қостағын бол батақ қомую деді бітті. Қомуюден болды. Отты қомую бұлағына ол күрдік ирері бардырдығына, тағаджы кене салғынға тақсығып бұлағына материал бұғытынан кебіреан еген қалар бұл батақ. Тұқылуыра бұл қаңаласқа мейтен өмегі сереге ротығыр бұл бітірелі маманы. Қоту сереттен бұлылар маман сәлей мұғыттан олақ қачысы батына олақ атынды. Тонық болар, біле. Именно бұл, в кавышках, качество, бұл сахранныға, бұл мұз сахранныға, именно бұл ирбеттің дұқты. Обеспеші дұрды ханучылы тұқы. Манна болан, бұл центральный Якутияға, антықы, западында Россияға, конечно, үшті-төтті метрлер дірдеріңге қытылар, мұстар кінам бара, мерзалтақ оқ болан, сөр оны минерализация барар, органика заменяется неорганикой, он олығын тастыян барар хембер. В любом случае, это естественное разложение любого организма. Или круговорота бюджета распадается на химические элементы. А так и не туга-тугах полара будет? Туга-тугах полара. Олигенты был запад, был, допустим, эти маман тиштеры, да, маман бумога, да, барта она таскут была. О, бля, оборводка им барбат. Он там, она мерзлотан была, анаэробная среда, весь катер, то есть халганогох, микроб, ох, то замедляет все. Естественное разложение олигин хайсуда будан бу маман били били нет и слондар мостарна аркухану хайсула хабар болды. Отын хомюден улари уллану хостава болды булади. Чоны хомюден отын минди улайдын көрдү хана 2 метрге кадылы 2 метрден дылды хосту хөптен барды. Хостахан попутный сбор. Отын сбор дина сирк сиркысына жапаха били манны естественно адянылар эти били ухай хүрүтүгөр. Атайка болу түгі, арты беректер әдіңілері білі павадақ болыр, онын білі берек әдіңілері, онын мен әдіңілері бақтақсы. Ол, он түгі әтілілері болу. Ете, Владимир Халович, мен қолуыры бәтін бұғар үтігер әтті де, білі сері дұйдына, сері оты аджатан қостағын бар. Аджатан, онын қостағын хоқ болықты. Бұл, оны кем контролы? Месетігерден
федеральный полномочия болан, билигин управление Росприроднадзора по республике Саха-Якутия. Киндер контроллух тахтар. Антан, бу билигин гэлнэн кентевна интюри дават хакуонанан, хакуона илллыннағына бейха субъект права тэр кирэр. Олата контролум баратын бейге же на уровне субъекта бейбит контролу болады. А чё на республика бейта контролу? Галина Никентьевна не теория дабыт федеральный хакона ылыллынағына. Ото ылыллы батық түгенегер? Отын федеральный болан. Бу билигин? Билигин боланы федеральный полномочия управление Росприроднадзора. Эти Константин Сергеевич, метана харбыта, онно беге бу берине билимнер битер, мендик Москва студжаны кытта, кепсе пепетегер ханалар холобра манны курду. Тоқты, сен бир тоқты олар ехуа гадет. Беге өссі 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 тоқыстан кәлі бит, онан бу олар олық сатан олықтын оға гаден әтелдер бит. Селим оқы мәтчіл олар ені те хайдық ылналары. Олар ені те метен харбытын де олақан олар ехуа болу гадет. Атан, тамандай де ханада. Олақан өтті бұлылар мұз лицензиялақ тәріптелер бұлылар. Олар бәлінің территорияларға. Конечно, лицензияда оқтыңдар әмейлілері болу. Ну, того эти вообще эти лицензии того выделили. Эти барта лох кустях контроль там, хайр. Потому что эн лицензия лаган, эн разу налоговая ехарьер, разу полиция вервек келир, степи курдук даже того тартен кален. Мостан для баранкалалар, но вервек келирлерегар, но Хылы аңарды даже келі хылы баға беру келілер, тәрі-тәлері. Оның, конечно, оның етінлік барьердарттан жынлар бұл лесензияйын ұлықтарын бағар бап олан қалады. Оның көме бар. Механа бар, еті, хамы республика түттен дағыны, еті, федеральный дағыны, хоконлар білі барьер аға етіқтарына да. Барьер аға енна да, жон күттанымы енна да, потому что әппетін күлі надалақ. Дегенен тоқ болады, үлі. Надылақ үлі, ағалықтарын күттамақ ағалан, манна көддерін атылан, бағарар бұлақтар кетайға тағаран, оңғы қоңғыран, оның күлі бар иқтақ. Әрді оның күлі үлі, бар ғадып өтедене. Антон Ауны шынне тұқсияның барьер сұқ? Оның бұл административный барьердер кеттетары, государственный услуга дейін. Ол услуга бұтын электронный форма келдірді. То есть, блин, единый портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия, бар ол порталге кирен, ол лицензия оғырудын форматын толарын, ол портал нөңілігі. Это, джон, мандық массаваларын гына. Тоқ, олар джон напрямуй бәлдіраларын гына, мандық посреднігі оғы, тұхом ембаран, лицензиялар джонғы тұттыралар, ол джонын реализациялар, онық оғы боларын гына, онық доступность оғырғаты. Отчетность, ол маркировка не келдерер. Ол маркировка дальнейшем правоохранительный органнар вопрос тратиларын гына. Сразу ейталдар, бу журналын көлдерер, манна-маннық батчаға хомай бутым ден барта жой көстер болар. Эти беринен әпетім де холубыра бу, кеттен 4 миллиардка тие холубыра бу харчыны келдерер денди, онтон холубыра бе республика бетер бюджеке кирете олоқ хомай хенсу. Отчетогар боллағына, бұл қанлық түгенге бейхан олу керер болар қықтанары, онына федеральный сақуын ұлынағында дөе бетер ұлыват түгенгер кене олу керер бәп болады. Федеральный сақуын ұлынағына регулярный разовый платежи ден керега, лицензияның құмыр дөңі. То есть республика налог керете бұдан әрбір. Мен әтәбін дәте налог әттінен әтәр болақына любой налог, местный налог. Эти прибыльтан тақарылар. Тәрілтті прибыльнай болғаны кенеген бі төлі. Прибыльнай тәрілттелер, эти мұғынан жартанлардан, конечно, бәқтар. Кенелер хен бір местный налог төлілер. Аны нәйелектәрігер, тоқтарігер, олық төлімметтен әтереме сыға. Антон бұ тағарар болақты, тас дөді дөр. Эти мен культуру через ағар болақына, өсі 11-ғын федеральный бюджет көтеріне. Чем әлбақ тақар, отчынан дегінен государствоға выгодной болып болады. Оны етіне дөққана да төлеметтен болбада просто оборота көра болы. Конечно, оның осқоларына оны атан тұппатын болу, но төленер, бары төлілер. Төлеметтен болып болады. Етіне дөққана да.
Вот эти лицензии, я не бахтать тебе, ты не кем не халалдер, я хайда халалдер, хулуран тоже ванеш. Эн, хайдник, тох, иддебель гэп тебе энергин, буман, кэнгули лицензии не вирал. 711 приказ Министерства природных ресурсов Тимбахрэп, ол приказанан административный регламент, порядок предоставления лицензии вар. Белгин ол порядокан лицензии ларгар, у китэнча вон, петин кудык китэнча вон, алтагалтан, ахар республика тэр бирали, вид полномочия. Олегем Саха Республикатын геология онна промышленнеское министерство вакелен заявка тоттардаха, либо портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха Якутин порталына кирен заявка толарон иттахана, бей лицензия оформляйдан беревит. Улахан устуга хох, лицензия оформляйдир, лицензия лаларгар, хэтта тэгэнча бейс мэхэх государственный платёжер дүлінер. Аман битер. Эссе бир хана бар. Хэп, эти федеральные законы лылыватағына көлік бизнес күнне хиджагаден. Тух тяхны гэты. Конечно, болон хэп, региональный полномочия бердахтарына бейхэ контролбут дүр. Бейхэ бәбет уже больше контролур болуыд, хайдах, кемеха хайдах, бәбет же лицензия берер болуыд. Так что мэхэ навар көлік үттэ наоборот атчыра болу. Костын ноғыттан атланыр дере Каспийди точка товар та контролланар болар бунда. Бу билген беге маркировка деген келдире битти. Онда ол электронный аукционный дом. Ол онун атланар боллагана кас мандык точка ай барата көстүр болар. Барата жинкер болар. Кас хомойер кебит хомойбут журналгер келдир бит аукционный площадканан электронный площадканан атылыр. Онда барата көстүр маршрута барата. Бу усияна хомойбут там 16 ноября 2021 года. Лицензия там анык, действительно анык лицензия лахтин. Анык гыннах бытна хэн күлікке хаджар джон больше лицензия лахат ихтыры. Она самое главное бе гарантию дуем. Потому что бу динняхти маман муха ден. Слоновая косинг ден бу бахы. Сертификат. Валерий Валерьевич, они те Россия Федерация культура министерства ветен бу вопрос кэти уху калинергионгэ ян эксперт бэгэн олюлюкин дей. Онын че холубра саңа хоконлар үйіні қолыбыра бар болу түні қайда қаны үйіне? Үлініқтар да күрджік бұл хокон? Мұттын, олар үйі тақсары түгі, конечно. Олық бұт олар үйін ер, олық барын ер, жон олар ер, жон келер барыр. Маңнық олар үйі тақсары мәхіна бар түгі? Еңіне бүн? Нам баран тәргелі в разумных рамках дейіп көрдік. Антон, бо именно не одержал уларите ол мин культурн тахтер михана бар улахан манны камса хана орбат, потому что мане петим курду были экспорт ковал закон вывоза ввозе культурных ценностей денным людьби, он на допустим бо он на ким международный договор бар 30-е решение Евразийской экономической комиссии ден, ол были в третьей стороне бо Евразийская комиссия тен, бо ол это гелы бо Казахстан, Белоруссия. Итлерге тахары, ити хогонан көрілдер арыйтша. Ну, допустим, итинними бир тухтаддах, манны галан көрдоха, бо республикаттан, эту осынан, бо Россияттан харазы кытай-кытайга тахар боллаха, бо критерийдер күшке көрілдер, бо мин культкені. Антон, ити маған эпитені күрдік, ити Белоруссиянан тахсар боллахана уже антақ тағары үтін Белоруссия мен күлтті бұғарыр, или Казахстан мен күлтті бұғарыр. Ол қоғымдан барыр болды. Потому что евразийский туға хегер, бұл территория хегер, тағары келдері таможный тағуқ. Таманы таможный тағуқ, контроль тағуқ. Эти че әгер, эти хмары ұн туына, олары дегер үтін үшуәге олары үшуәге бәу олды. Тоқтен. Жәнкер болары, онына кем қанттан қайдақ тоқ өлелек болары түмігі де көстер көбік тұлғады. Жаны білеген, бігек әстеветер ғоғыз думаттан Галина Кентьевна Данчикова күттігер. Галина Кентьевна, добрый день. Добрый день. Ага, хорошо слышно, да, Галина Кентьевна? Да, так, хорошо слышно. Отлично, ага. Мы обсуждаем вот принятие Ильтюменом поправок в закону о сборе мамонтовых остатков. Есть те, кто утверждает, что оригинальные изменения погоду не сделают. Да? Вот те, кто работает, уже так считают. И пока нет федеральных законов, можно продолжать теневой бизнес в обход государства. Так ли это, Галина Кентьевна? Первый вопрос. Ну, во-первых, добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что постановка вопроса с точки зрения нелегального сбора не мамонта, не очень, наверное, правильно, потому что уже сегодня действующее законодательство
хотя закон на республике был принят в 2005 году, оно в той или иной степени регулирует эти процессы, так ведь? Вот то, что сегодня внесло правительство, было принято законодательным собранием Ультума, оно более уточняет уже в современных условиях, каким образом и с точки зрения, с позиции практики нужно урегулировать. То есть вы знаете, что вот поправками в закон были внесены замена на сбор, уточняющие такие вопросы, для того, чтобы в дальнейшем отрабатывать с федеральным центром федеральный закон. Потому что у нас с вами в законе, вот то, что в статье законов действующие 2005 года, допустим, были такие понятия, как добыча, да, а не сбор. Вот эти все понятия правительство Республики Саха-Якутия принятым решением законодательного собрания более-менее отрегулировало. Понятно, что, во-первых, то, что сейчас ряд наших экспертов говорит о том, что это не решает проблемы, да, в полной мере, конечно, не решает, но, однако, регулирует. И при этом считаю, что вот исходя из вашего разговора, вопросы лицензий, вопросы отчетности, вопросы других вот ряда регулирования правоотношений, они уже прописаны более четко в законе, который был принят в 2005 году. Вот считаю, что на самом деле здесь нет ничего такого, чтобы все-таки дала возможность там нелегально дальше продолжать этот бизнес. Это не очень правильное понимание вопроса. Тем более, что это вопрос совместного действия. Еще может показаться, вот может показаться, что государство пытается отобрать доход у сборщиков мамонтовой кости и чинит препятствия. Вот некоторые сборщики так и воспринимают такие изменения. В чем они ошибаются тогда? В чем выражается поддержка внешних сборщиков? Давайте вот поговорим о следующем, что на практике вот по сборам поделочных материалов в виде палеонтологических останков преимущественно подразумевается сбор бивня мамонта, который по сути сегодня идет продаже костоездным мастерским. И при этом вы понимаете, что вот то, что вы обсуждали, да, продажа как бы в России, но больше, конечно, это идет на экспорт. И в настоящее время мы с вами понимаем, что предоставление права пользования недрами на сбор подделочных материалов в виде палеонтологических останков в коммерческих целях законодательством не урегулировано. Понимаем, да, с вами? Угу. Мы понимаем с вами, что нелегальный сбор ископаемого мамонтовых бивней наносит ущерб не только как бы науке, культурному наследию, уникальным нашим палеонтологическим, археологическим, геологическим. Но при этом мы с вами понимаем, что мы ставим в определенную как бы, в противоречие или мы ставим сборщиков бивни мамонта, если это не будет урегулировано, под некую уголовную ответственность. Мы с вами прекрасно же понимаем, когда идет нелегальный сбор, если же определенные структуры с точки зрения правоохранительных органов, транспортной прокуратуры обнаруживают такие факты, то мы понимаем, что мы свое же население ставим в такое положение, что они будут иметь проблемы с законом. И мы должны это понимать. При этом, поэтому никто не говорит о том, что сегодня каждый человек, он имеет право на свободу, на использование своих способностей для предпринимательства, но все это он должен делать в пределах закона. То, что должно быть определено законом. И я считаю, что желание органов госвласти вести сбор бивни мамонта в правовое русло и создать прозрачную, надежную систему правового регулирования, управления, оборота, надзора в сфере видов деятельности, связанных с мамонтовой фауной, ну, это нельзя считать, что это будет определенное, как бы сказать, препятствия для людей, которые этим занимаются. То есть мы должны понимать, что все должно быть в рамках правового поля. И что проблем с законом ни у кого не должно быть. Ни с точки зрения как бы сборщиков, ни с точки зрения скупщиков. Здесь же тоже и проблемы возникают у того и у другого. Поэтому мы с уважаемыми коллегами прорабатывали этот закон о внесении изменений в закон, но вот сейчас
кое-какие уточнения внесли наши законодатели в закон, который действовал с 2005 года. Угу. Ну вот, Галина Кентьевна, ранее этим законом никто так таковых не занимался, как бы, да, вот и последнее время мы видим, что как вы тут по этой теме работаете. Наверняка у вас есть подсчет и анализы. Если будут приняты поправки в Госдуму, Госдуме, да, то что изменится? И, во-первых, и что будет иметь от этого наша республика? Ну, во-первых, вот, уважаемые коллеги, вот по поводу работы над законопроектом, на самом деле, здесь не я одна вот занималась подготовкой законопроекта и актуализацией, обоснованием. Это, конечно, правительство Республики Саха-Якутия, министерство, соответствующие надзорные структуры, эксперты, комитет по природным ресурсам Государственной Думы. То есть вовлечено было очень много заинтересантов, которые считают, что регулировать этот бизнес нужен. А тем более, что мы с вами постоянно говорим, что наши берега, наши экологии сейчас размываются помпами, различными уже такими автоматизированными штуками. Вот что мы можем достичь, мы считаем, исходя из того, что все-таки я хочу напомнить, что 25 ноября 2020 года законопроект был внесен, авторами законопроекта является заместитель председателя Государственной Думы, председатель комитета по природным ресурсам и я. Но подготовкой я говорила, кто занимается. Мы считаем, что вот в принципе, исходя из того, что, во-первых, что мы хотели, вот основные моменты я хотела сказать, что у нас сегодня в законе, какие новеллы включены. Uh-huh. Первое, что это участки недр, которые будут использоваться для сбора поделочных материалов в виде палеонтологических остатков, отнести к полномочиям и участкам недр местного значения. Уважаемые коллеги, наверное, все с этим согласятся, тогда по большому счету мы на региональном уровне можем отрегулировать эти вопросы. Кроме того, я считаю, что положительным результатом достижения, в принципе, это все-таки мы должны понимать, что это будут легализованные рабочие места, занятые в сборе, изучении, переработке материалов мамонтовой фауны и косторезном производстве. Потому что, уважаемые коллеги, я слышала, что вы когда обсуждали, вы говорили о проблемах, которые существуют с точки зрения задержки сроков получения лицензии, с точки зрения получения и отсутствия экспертов по культуре, которые должны определять, что данный вид относится к более ценным. Конечно, он не может быть вывезен на продажу. Кроме того, вы обсуждали вопросы, связанные, и я считаю, что это будет нашим законом достигнуто, это установление регулярных платежей. Это вот то, что в принципе, о чем мы говорим. Хотелось бы, чтобы там, где сегодня производится сбор мамонтовых бивней, местные бюджеты имели какой-то легальный доход для того, чтобы могли регулировать процессы и решать свои социальные вопросы. Затем, конечно, мы говорим с вами о том, что именно такой ценный материал, как бивни мамонта, они сегодня должны использоваться, и наша республика все-таки должна очень активно заниматься косторезным производством. Это, конечно, для нас очень важное направление, которое сегодня необходимо развивать. Кроме того, вы обсуждали, я слышала, продажу через акционный дом. Вот видите, коллеги, вы сегодня говорили, там оценка, да? Ну, какой объем вывозится, какая оценка. Но я считаю, что на сегодня фактически легальный объем никто не знает. Сколько вывозится, сколько люди дохода получают, и каким образом они вообще участвуют в решении социальных вопросов или других вопросов того населения, той территории, откуда это вывозится. Никто сегодня оценить не может. Мы когда обосновывали данный законопроект на экспертном совете, мы брали примерные цифры. Но то, что мы предлагаем установить в законе, у нас в законопроекте есть размер регулярных платежей примерно, но он считается совместно с Министерством промышленности нашей республики и экспертами. Но, возможно, в ходе доработки вот сейчас, ведь законопроект будет проходить 3 чтения, можно будет еще это уточнить.
Ну, примерно вот так считаю, что вот создание, кстати, и очень интересный вопрос еще. Мы считаем, что учитывая такой уникальный вид, как мамонтовые бивни, которые по сути сегодня находятся в природе только в нашей республике, конечно, он требует создания новой современной научной инфраструктуры для того, чтобы это все как бы понимать и изучать. Ну, примерно вот так. Когда же вот все-таки будет принят федеральный закон, Галина Кентиновна? Когда мы все ждем. На самом деле вы совершенно вот правильные вопросы давали, я на него не совсем как бы ответила, только потому что на самом, ну, по большому счету, мы давно пытаемся ввести в правовое поле такой уникальный материал, как бивни мамонта, да? Угу. Очень давно, когда еще я работала в государственном правительстве, мы пытались это отрегулировать через внесение изменений в закон о недрах. Мы прекрасно понимаем, что этот вопрос, на самом деле, эти правоотношения должны быть введены в правовое поле. И я надеюсь, что сейчас уже, если мы прошли такие основные согласительные процедуры, ну, надеюсь, что в скором будущем все-таки данный законопроект будет принят, и он будет решать вопросы, которые сегодня задают и сборщики, и скупщики такого ценного материала. И я надеюсь, что мы в республике все-таки получим цену, стоимость этого материала, который сегодня вывозится. И в большей степени он будет все-таки использоваться для решения проблем местного уровня, для развития косторезного производства и других направлений деятельности правительства республики. Я понимаю, что еще много будет вопросов, потому что вот я слышала, что и вопросы аукционного дома, и лицензии, и вот эти вот сложности, связанные с получением экспертных заключений, постановление правительства, которое было принято. Я надеюсь, что все эти вопросы одновременно с обсуждением закона в комитете мы как раз будем параллельно регулировать. Ведь подзаконных актов все равно нужно принимать будет достаточно много для того, чтобы закон работал в полной мере. Хорошо. У вас есть вопросы? Барда, вопросы? Галина Кентьевна, здесь... Барда? Давайте, пожалуйста. Галина Иннокентьевна. Ага, здравствуйте. В общем, вот я до этого говорил насчет проблемы с Министерством культуры Российской Федерации. Мы уже не первый год об этом говорим. Все-таки, ну, сейчас как-то возможно устроить, не знаю, в виде конференции, может быть, собрание совместное, чтобы вот таких... Для бизнеса препонов. Я поняла. Вот можно более конкретно сформулировать вопрос для того, чтобы мы обсудили с Министерством культуры. В чем есть препятствия, которые не позволяют нам производить те или иные действия? И для чего они нам необходимы? Здесь вопросов нет. Любую видеоконференцию мы организуем. Да, вот, ну, нужно очень четко уже сформулировать. Да, уже вот я как говорил, уже 4 года вот экспорта нету. Из России нету экспорта. Все выводится вот в страны, как Белоруссия, Казахстан, потому что все разрешения, которые вот, ну, запрашиваются, они тормозятся и никому не разрешают. Потому что, ну, там разные причины, но по факту вот не могут получить. Ни одна родовая община, ни один. И мы очень много об этом говорили, писали, и, ну, как бы, как говорится, проблема не решается. И я думаю, пока вот эту конференцию, либо, не знаю, как собранию не провести должным образом и не найти вот местным властям нашим, вот Министерство промышленности пыталось как-то связаться с Министерством культуры, но игнорирует уже около 2 лет, да, получается? Ну, и страдают-то простые люди, ну, потому что не могут реализовать свои... И, не могут реализовать, во-первых,
то, что нашли. А во-вторых, вот косторезные наши предприятия, они закрываются, потому что над ними вот встает вопрос. Они же могут подпасть под уголовный кодекс, да, это порча культурных ценностей. И нам вот четко надо понимать, что у нас будет культурной ценностью, а что нет. Но да, таких документов... Которые мы с вами обсуждали. Да, такого сейчас нет. Это не культурная ценность. Да. Ну, скажите, пожалуйста, вот Министерство промышленности, когда мы готовы будем обсудить, я подготовлю завтра обращение Министерства культуры о проведении такой видеоконференц-связи. Но вопрос у меня теперь к вам, то есть шар на вашей стороне. Когда вы будете готовы это обсудить? Галина Евгеньевна, ну, в самое ближайшее время мы готовы оказать содействие в организации совещания. В прошлом году на уровне правительства республики мы проводили совещание с правоохранительными органами нашего региона, с Дальневосточного округа федерального. Также неоднократно приглашали на совещание представителей управления министерства. Нет, уважаемые коллеги, давайте вот ни о чем. Мы конкретно говорим, конкретно задается вопрос, конкретно получаем ответ. Я хочу понять, вы говорите, оказать содействие кому? Мне? Игорь, мы организуем совещание. Да. Министерство промышленности вы организуетесь, определяете порядок, пишите мне вопросы, я обращаюсь в Министерство культуры и прошу видеоконференцию. Хорошо. И вопросов хорошо. Нет. Спасибо. Ага, Галина Кентьевна, у нас присоединяются наши телезрители, давайте послушаем их вопрос. Алло. Алло. Ага, Стивит Витюкианен. Витюкианен. Давайте, если получится, на русском языке. Вы эфир гражданин, да? Да, да, мы в эфире. Ага. Хорошо, махтала, ага, спасибо. Ренька Бекермахта. Галина Кентьевна, вот наш телезритель спрашивает, что мы, почему обязательно должны заниматься экспортом, оставить именно нашей республике, а китайцы сами делают свое производство, свое искусство. Он говорит, почему нельзя здесь оставить в нашей республике и развивать свое искусство. Вот можно еще раз, и то, что я считаю правильным, по проекту закона, который внесен, чтобы мы отнесли именно сбор бивни мамонта к участкам местного значения. Если мы с вами добиваемся в скором будущем, я надеюсь, принятия данного законопроекта, все остальное это подзаконные нормативно-правовые акты, и мы на месте уже с вами должны будем отрегулировать все эти вопросы. С точки зрения, как вот вы задавали вопрос, и поддержки, с точки зрения развития, с точки зрения продажи и создания аукционной площадки. На самом деле, вот совершенно правильный вопрос, потому что мы сегодня видели несколько фильмов, где, в общем-то, то, что уходит на экспорт, оно продается там за большие деньги. После того, как обрабатывается и превращается в некое произведение искусства. Но наши косторезы, они могут тоже это делать. И, конечно, сегодня вот этот бизнес должен быть легализован. Должен быть легализован. И он должен быть прозрачным и понятным. Все, последний вопрос, Константин Сергеевич. У меня не вопрос, я просто хотел... А, хорошо, тогда добавим. Галина Кентьевна, вам спасибо большое за участие в нашем программе. Ждем федерального закона.
Спасибо. Эти онгорон тахарарга, конечно, хотя надо импортное оборудование надо, конечно надо, не хайнеры надо. Государство эти тутен хайнеры надо ден биханы. Эти халуры бокарачи мигурит да, эти ватсапка ровно тут анулым, он на теренен бир республики бит ихер халык тахтен албаки ханалах бит. Эти карачи дарен келеди, то халык тавы, анатер. Биха хакайрегер халан легкой промышленности сайнаран, дальше продукция болан тахсара. Бұдан әлбәқ барыстақ деп. Конечно, бұдан әлбәқ барыстақ болыр. Чем нежели чем сырьетін атылдырка. Бұдан уже бәйтігер хақа егер оларан уже продукция, белем продукция ғытобай оғыран тағыр атладық бұдан. Уже ғытобай продукцияны тағыр атладық. Отын білін экспорт табылды опылат оға бейгенлік өнер бұд қалылы бады. Оны әте ұрут балыр тедетін, ол білген сабылын туралы. Білген бары қабылын туралылар, әте дінемесе, есер мен культура. Тоқ бар бұлға де олады. Спрос бар бұлады. Мен культура, әме проблемада, тоғы де тақына культурный сеннаға әрбей оқтақын білген. Аны культурный сеннаске кейсебет мостар қайдақ болаларын бейға білейін пака бағарыны. Ота особой болды дейіп отықты бұрда. Онда әлбәқ критерия. Особой тем более. Онда критерия бақтыдар. Онда әлбәқ па критерия кейді, конечно, особой кейлдері ғе. Бұл дейі фрагмент нардажы тұлқы кейлдері. Особой кейлдері құрдықтыр. Канам бара, тебе нужно эксперт или лихта, и ты чагар, бу научный сенс, так ту культурный сенс болот до болот, бат тоди, оно, да, допустим, бу балыр балырин, или рахел были тухты лырга, эти лырга тухчин, это, бу бастан эксперт, как дурам баран, уже кастрия знает габар их тахтет, были культурный сенс, на хух побуду кенне. Хо, барсыгының хап, эсу биде мен чалкай, дем, холубрэй анэ тэнгче асобай денгал бак критерий бар болады дейтін, ол онна төттүрітін, үшігай бол батақ табу бігеха, ол культурнай ден бол бакка, асобай деннен угау-гавыд бәбіл жомбуд. Асобай ен алдатар бравын хуах, какі культурнай сэнс. Аа, алдатар бравын. Она тугудан арбахон, ен ол асобай ел мылан урамия тахан, туроттах. Бу, Тахарам бұрын выставка, тахарам бұрын көттірі қалдықты. Тақсады болады, кейкеректі әғі. Уголовна тестіспетті. 5 сыл әрі туға, разрешенный срога. Онтан культурны сыйындығы болдығаны, особай хоқ болдығаны. Ән әмел жатыр бұрағын соқ. Кынан бұрын рубеж тахаран тылдығын сөп. Пошлығын әтілігін бұрын. Ұчақ айдық болдығаны мен мұнан оңыр қалым дей. Культурный сыйындығы болбаққа кәмеріске болдығаны. Кәмеріске болы, сыр-сырье تخصص پرداخت بولن اتلاع الله بودن تبعاست. پلو فابریکات تو توخت بولن تخصص بولن. و چه اوضاع فدرالی سکون اتلاع بارتونان چجای بوده؟ کنیش. آن اتی که چی میریم که لنت تری خلو برا بو بیگنی موس خوست اتلاع گت خودت هیرو لخت دختر گت کرسن کبستی خمون نخت خناده دید. اتی نه خلو برا بود تو نن بیگه سایوس بورشکف پیرربوچکف اکسپرتیورف مامان توی فاون نجیم بار بیگل رو گت тесно взаимодействуем, рабочих группа лахпат по реализации концепции, ну, Ильдар Хаммадыл бы концепции это надо. Улегем, бу союзу как-то бе тесно лягают. Ман изменение законодательства кельдерар бол лахпатна. Кельдер ханаларын истагат. Кельдер ханаларын тох пар маны хакуонылар бол лахпатна, адера атын нормативный права ак белемнея бол лахпатна. Баратын кельдерар кетто хюбле хюбит. Легализация түгер әтә бітті. Легализация тоғы бандық жонар құттаналар, қайылар. Итінне мен хана бар. Ити бір үттінен мен сими бұрыддақ. Ити сими... Сими, то бұл местная пәппін. Россия атына дойдылардан кәлер симилер. Бе қолы бұра оңыра хата бұты репортаждар бұтын нады бақалар. Лесензиялар жонар ойген ұғыл бақалар. Нар эти нелегально лигидер, кинергет пикедер чернуханада. Это прямо это лер беги нелегаллар растопотом бары. Хотя по нелегаллар кахан адетан, оно хоту жаннар, оно бары бля. Экзотика дем курдук. Ага. Оно кинерге, конечно, зритель оно рекорд ден, оно густаллар, оно Россиер дене, конечно, оно кой дебилба. Бу барта бандиттер бары браконьердер, эти могу хоставут жаннар бары, ну олин.
хрдаты ханада. Альбахты сто ханада, кодры ханада, кутаны ханада диган. Все-таки лисендиалахан, улялиги, оно все... Донорганами синетири дарган. Вот так, а ты бигену стух пун хепта холуврен, улялиги, хом ехать гуд. Да. Оно холувра бигехак тухтан тухох, каргас тух. Кодры пун хепла, ди? Конечно. Бо манна коричлер хуриялар, ти картык агайх мента халбы тирханалар, исты ирсут юхкара. Хоту дойду бит джан улеты хух, джан балыкта мостан или духотан олролдар. Оларар услой биабы дыгархан, астанас дыгархан. Онан бигеги хоту джанну мостур бутын Аллах бабалдара сыйхади санат. Бегба попут, видя бы лову такого наоборот бабу хох, просто рынок прозрачный им боларингана, динкир боларингана беге хокон нарыла тают. Погледни, какие тебе метты те. Белигин, бегунги тяжела, хайдах кас объем таккара ханда таккара бельдвет. Ол рынок беге прозрачный, ора ора бут ол отчетность килдеребит, маркировка килдеребит, уна те федерал белимнемет федеральные законы лулар. Чейне мин холубра бу хастачылары гиттеблюлі харкеге болар бұхи бұтынан, әтір бұлық бұ федеральны хакон кереліттен насамам дейлі күттанауын. Тоғады таққа білі бәт, ете хакон қайдақ білейін үлелі амбарады. Бұ рүкттан үлелі олар бұд лицензиял ал бұд жаннар білейін әме ханаттан лицензиялықтарын нады күдіп болан таққа. Ана ол лицензияларын ұлаларығар құдыргу боларды или өсігіран берерді әме білбәп. А на эти торговые площадки, конечно, там кистевая хатяха уже рата перелегает. Хочу бы это баранар, хочу бы это галлар, но лохамник, а ты баранар костевет, улегин, механа варами, когда хули лидирен, бильбе поламут, конечно, бар, и чугай було, эренавитере. Торговые площадки, ханга хагаландрер, балрынга хилга, торговые площадки на электронной тугунан, и китонна варбута. Эти ханат ланнери онны? Раз инвестор дорога, прибыль бы по покупателю дорога. То дойдут остатки. И статья это статья. Менса не хпар маман могун, сахар республикатин соготах республикатир соготах терел тох муюхтах, вон но нолох тох не ленилан улелетен хамна стелен эргинехтах. Оно таганан мос булулуб сире, он то нимету ханехтах. Ола бетер мос булулуб сиригар бурган бухетена харчи кирехтах, оно не хелени барту туханехтах, тен хана хурилдар. Хурилдар. Жарит инде тухан Аллахати. Это мин хана вар, это жарит хана дженнер Лохан это не хелень не было было. Конечно, жартан на вторна хотела на улар. Это эпитем курдук. Барыта было бат тар. Кемера булар, кемера был бат, кемера расхоко тебе гер. Вынужденно улилилар. Вынужденно кабилилар. Кемера да кадюк шведик булар, кемера тон. Им бир уля курдук улилилар, но тон уля лехтахтар дяхан его. Оны білген, әте тивитчі қолуыры арастан білі сирі әлжатан, үддерен, суен, қостауынға, итінне айылға хімбер әлжанары білілер. Ол онтон инлік тұтылу ұпылықтарына кенілерге тоқтыра қайдағай әпетнестері, тоқ әпетнестері болу. Административ, кодекс об административных правонарушениях бар, онна оголовныға қолынан име. Қолынан жалап етті. Онтон, осына мама муғынатын регионерге қостыр ден барды? Бар. Бұл Красноярский крайға хостуллар, Чуковскаға хостуллар. Тон хоқ болдығына? Тон бар, анна. Анна барда бігенін күрдік. Лицензиялар әме бігенін күрдік. Бәлірі Туспа регионалінің хоқонларынан үргілі үйсекінар. Онна дегенен әттәққа кенілерге олық барыстой, анна. Бігі ванна үргілген бұл құнды ұрулар үйеттігі. Антақ болдығына жаннар хостуллар. Оны әпекедері бұл республикаттан кейін тақуа білейін мұз. Онтан хорағыр Чукоткаттан атын регионнардан тағаралар олар. Татым үшті кенлерге хоконлара ғандыр бұл ғоғыз. Регионалінес оконлар ада? Да, регионалінес оконлар. Хем бір оборотын таз дөйдіға тағарарға культурна хеннес оконна барта бір. Бігейтін Россия олар ол барта бір правой поля олар ол. Тақтылыған хоконлара барта бір. Тәхім бір өтчаның неме мәхеддер балдар болу дінді. Бұл көрекшілер бет етігілері кір керек қары. Тұқы қсабаққыты федеральны соқуын тақсығыты кір, өтчас сұл болла бұл мағымын атын аразды өйдіге тақсығыты дед. Ренін үксіғыт болақ та? Конечно, бұл ғылының кәне петін көрдік депутат Государственной Думы Гордеев, Николаев, Данчикова, Беремная Ведокондара совместно с правительством республики. Уже Кирен, уже Госдума законопроект будет зарегистрирован на Кирбите.
бо ноябрига ибегалга. Оно то одларым бихе кеде хвитере. Мусутра артик институту веретен етен тахарар, олар яри прикладну ерхте хенге бюджетни местелер олуса гаяхтар. Онан муспутын искусство шедевра онгорар джомбутын билимнебекке. Олар обуттен сурналыс Николай Крулов урияревит. Олата холубра кирджик мухунан уханар джон Ахсана ме гаях болун сөп болуға дейді. Бұл проблема ме бар. Білейін, әрдете худурысындай училища үйретелілері даны, бұл кәндеке уже бартак на кемешіскай основе болуы болуы. Үйренен бағалақ үйренер, мастер-класстар әрін көрдік, но руку көрдік, білі искусство көрдік уже ағаята үйретелілері. Білейін, кастарес әме ағайы тұр. Еще и кастерестерин көйен бар алла. А то мос хоқ болын, сырье хоқ болын өрметтері, тақсыматтыры болып бата болуда? Сырье бар. Білген бұл как раз таки союз сборщиков, переработчиков көметінен сырьені үйерек заведенлерге берседілер бәдірі. Хойустан бүлді бәсәбіт, тұқырды дақтырына тақылына көмілі ғатыйы. Кастереста тақиқ дақтыр, бігі переработканы мем онна Блин, эксперты работал бакка блинге, михан автор переработка на гайнерах поднада. Именно переработка рынокар такар готовые изделия огран, та сырынок катал дыркина. Однако сырьёнан олар сырьевой придаток полар, ну намного будет меньше. Вот обе его хадера эти онгрукати, онгрукати я кэпсетти вице, вот он, во им бир ханнери битер булоди, и битер олок би петту. Понимаешь, хадера сапас хадера эти на выборда. Тен ағы бар Смирнов статья тегер бар это он неким врешаген Николай Кузьмич тугар бар это кем бра тен он тоен манны тергеле абстрактна хос примерно бу бач манна бачча көһөндө значит бачча бар болгон сөптен тен дингер михана бар тен бем духана бунан дингер тен өсө даганы битере ахлы тага той көп болу той терген Банник теннен кордо хана пустим кихи сознательно историю те кире тихнчал. Мама нам была на сюжбен, кюжбен тихнчал бо Евразия, Северная Америка на бартен. Сергей Лакей ходил кил был на он тохел бахил от бите, тоже бите вешка бите. Бо поздний пился сен, то есть бо сюжбен тихнчал он игер кине. Каста да ганде манне өлесе хан тортурар да хло мама на. Агир Эльбир, агир Эльбир он на бо галатсен он на бо поздний пился сен кибидер кине өлен хал. Это не метан эльбех фактор бар, это не очень обширная тема, дингер. Киеде хаял полон сюб, климат толориан, бо ледник татаяннар, уланнанар, бле там там мы удданиген. Это не то эльбех, а так мы навар, это дингер. Манды глам кор дах, пока гаи была на хух. Вот он тебя анду идур дин хозур эти тинги, он манан бартна хенчу тердит. Он на атен сидерга, атен таз до идуга ханно хостуллар. Аляска хостуллар, Северная Америка бар, Европа хостуллар, кенам баран. Это тох мерзлота хохпла тевинде тох нанхала. Та стен известняк курду болан. Чон хамы еще мос туханах мос бихи энер бар. Сахаререр бар основно. Самая большая часть. Эти дебилиген тюмик курду кабаре хабирем. Эти тюмик тенере холор галинан кейн тевна эти 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 герехи гесет тугу чорботын билет ягат эти. Холор кейн эти этер ге. Хандык багарар юля химбир бередектег болуқтақ тенде. Онно че тугу чорботын эти эти. Эти соқуын эгер. Конечно, порядок пар боллана рынок брата динкир болар. Ондук боллана ол же правоохранительные органы, ол же контрольные органы бо просто ратчеты. Бигинде жаңды. Ол хим телориялар как раз таки в первую очередь хомьер жаңа, онна экспортка тагарал жаңа. Онна экспортна нерелор бакка больше переработканы хайнер ханады. Бәбітер. Бәбітер, конечно. Таз дойдуга рынок сбыта было. Например, он же маман могунан там отделку люксовых автомобилей, катер. Почему нет? Конечно, например, он же там катер из тугун тимахана на оралларде. Он уже, например, полимерный тугуна на оран. Маман могунан, почему нет? Вставки в машину, это было бы очень даже. Лицензия кунгуллябетті олады? Барта кунгуллер оқын? Кунгуллер, но ардыгар нахал ба кунгу кунгуран баран оларан калар ин тукуттал бар хатта. Аны біле хорок оңуғу, атын, бапши маны Китай бәтін оңуғу, біле переработчиктарын защиталы. Китайге ән оңуғу келдерер болақаны.
это дополнительный налог тогда. Это оно чёрным без брахинга деретие. Олень китайга, какие уже он мог болан киллера амета было вакуды полнокадар. Но ханны кара полуфабрикат, ян болан и киллер тахаравут амета не онну кулене он рахатил. Анны болан эти китайга улельдивге рахана ден. Если оно олихигар бен атолир болаха, конечно, олихигар бен тарталини хэн надо, китай хоконна, онна именно китайская тематика он рухун надо, потому что биги тох потом кинер атлайхтар мабата. Китай работ бака атын дайдлаги метахахана. Индия билиген немен тирхиргенлер, Объединенные Арабские Эмираты, ол деке рынок теке хайсханан. Просто биги министерство вот аднан Максим Викторович Терещенко министр бут, союзу кутырлэхэн, ну, образцы идти варан через Минпромтор к России, а мне предлагают дегидер. А мне рынок, маманник, рынок пар, маманник, маман, моганан, маманник, маман. Конечно, ну, тем презентация дегидер. Цеп тюйте мюкке валерулер, юшен туга тенгете. Хулавара бу салгы улага хайдах бухта. Мин ханабар бу эддетелюгдин дуб кепсети надо. Улухан тахалы тахамуннях на всех уровнях. То есть был Минкульт болдун, был недра болдун, был лицензирование болдун, был месетерулир мощуттар, был поставщиктар, эскупщиктар, то есть был эксперттар, был барсфераттан, барлыттан. Туғыр кепсетей надо. Ол кепсетен туғыр тағырықтақ? Проблеманы, туғы проблема барын... Оны бұхарырғы? Оны бұхарырғы қаддық сол қолы көрек қойбы. Форум енде өгірді қаддырын, өгірді көрдік бар туғыр нектерілден надо. Не холобры влягнду. Бухарны надо день, ага, конечно, именно да. Турганик бухарны илнех потом надо, альбахта мунихта опыт. Именно проблемалары уже бу галинен кинди апитин куду билер, билерлер. У тохтар бут именно в Россия учреждениеларын кытта онна местный дар аяхтарын надо. Кинди грачилар бит, бери бутин тимик тибит, лохамтати махтал кастер.